Тольятти снова попал в федеральные криминальные сводки. В Автограде полицейские накрыли нарколабораторию. Ее оборудовали прямо в частном доме в центральном районе. На месте оперативники обнаружили защитные костюмы, оборудование, реактивы, которые используют для изготовления запрещенных веществ, а также 6,5 килограммов мефедрона. К слову, аналогичное незаконное производство на днях выявили в Кемеровской области. Там масштабы были еще внушительнее. Изъято 3 килограмма мефедрона, 7 килограммов марихуаны, различные химические вещества, компьютеры, средства связи и упаковка. Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Кемеровской области и Управления МВД России по городу Тольятти Самарской области была пресечена деятельность двух нарколабораторий. По данным фактам, территориальными следственными органами полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовных дел продолжается.